В ноябре 2022 года Леонид ушел с поста главного тренера клуба «Рубин» и поступил в художественную школу. Давно хотел реализовать детские мечты и теперь учится рисовать, друзья. То есть, получается, вы бросили российских футболистов и пошли рисовать картины, так? Ну, я понял, что картины гораздо полезнее, чем российские футболисты. К тому же, после российских футболистов рисование снимает стресс. Хорошо, вопрос. Почему тогда именно рисование? Почему не скульптура? Вы же сколько с каменными стуканами проработали? Я просто столько оживил скульптур, что даже Микеланджело не снилось, поэтому я так понимаю, не очень актуально. Речь про Дзюбу сейчас. Ну, про него тоже. Я просто его оживил, почему-то только руки. Да. До ног не дошло, ему нормально. Больше категорий кэшбэка и бесплатное обслуживание карты Black Тинькофф Про. Первый месяц подписки бесплатно.